что делать, блядь? Ази хуй проделать. Полетели. Сдохнешь, я тебя кикну нахуй из гильдии, блядь. Женек, сдохни специально. Да не надо, чё вы делаете? Добивайте мобов, я рычаг нажму. А Верн, ты на арене стоишь, если шо. Вот это да, вот это поворот. Погодите, вы... Ты на хп крикнул? Зашли, все, кто должны заходить. Сразу моба центрального вот этого убиваем, который кастует. И смотрите за руками моба впереди. Лево-право надо будет перебегать. Я буду все анонсить. Мобов задотали, этих резко убили, блядь. Убили кастер. Ну, налево, 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 сука, Женя, блядь. Слушай меня, нахуй. Они балебу драчи, блядь. Направо, быстро. Так, опять, налево, да. Опять. Быстрей, быстрей, стой в середине, блядь, чтобы перебегать проще. Опять направо. Пуляй моба, босса уже этого, быстрее уже, блядь. Все, поехали по мобу. Ближе к боссу подойдите. Быстрее, да, ближе станьте, то Зой выйдется еще, пидорас, блядь. Что у вас там на арене, все нормально? Все заебись. Так, этих убили. Дотайте этих мобов на ходу, блядь. Вот этот, который кастует, его убивать первым, блядь. Кастера, кастера первым. Все, хорошо. Все, по-здоровому заехали, того задотали, блядь. Под стенкой сейчас, когда дверь откроется, все идут под стенкой, вплотную, по правой стороне. Пошли под стенкой. Прям плотно к стене. Вот в эти круги не заступать. Кто заступит в круг, оно замерзнет. Ну и Слава. Я не знаю, что, блин, как лучше сделать. Шаман, кинь тогда защиту от сил природы. А ты тогда ауру ото льда, блядь. О. Моба быстро добиваем, всех, кто спрыгнули. Прыгивайте, набрали ренжу. Забрал Слав, этот, Войд. Геру дали. Припоты, всю хуйню, начали ДПС. Мелизона, блядь, отойти надо нахуй. Похуй, парни, стоим. А сейчас в мелизоне срежет нахуй, там сколько нас, 3 милика, блядь. Стойте так, чтобы вы не стояли близко к танку, потому что танка, блядь, если вшатает, это сразу вайп. Я не хочу на этом дерьме сидеть тут 2 часа, блядь, его нехуй тут убивать. Вонючие 5 лямов, блядь, выбить. Смотрите, там сейчас дунет, блядь, Женек. Рэндж, набери с хантом. Хант, сместись правей. Я отойду тут, правей сместись. К стене близко не подходи. Хан, ты не видишь молния, что заряжает? Нет, блядь? Я до этого Женьку шо говорил, блядь, отойти? Просто так? Подними его, космополит. Женя, отойди, ну срежь сейчас нахуй, ёб твою мать, блядь. Ну вы ты что, блядь, слепые нахуй, блядь. А говорю, ренжу держи, Хант, нахуй ты ко мне подходишь, блядь. Уйдите оттуда вон нахуй, сейчас режет. Хант, налево, блядь. Ну, блядь, ну я не пойму. Ты, блядь, сука, в ухе банан у тебя, блядь, или что? Язык куда? Я все, блядь, проговариваю. Что мне нахуй непонятно, блядь? Сейчас тут ебанет. Женек, отходи.
Ну хуярит 25% комнаты, блядь, сектор покрывает. Что, блядь, сложного, я не понимаю. Я, блядь, сам тут РДДшником, нахуй, вообще первый раз, блядь, на Ториме. Что сложного, я не знаю, блядь. Сложно. Да, сложно просто охуеть, как ебать. С закрытыми глазами можно, нахуй, все убить. Хан просто новичок какой-то, нахуй. Он нихуя не пишет, знает он, не знает тактики. Мне кажется, он новичок, значит, нихуя не знает. Так, а то, что я говорю, не слышно меня? Может, он не дубляет никого. Говорю, отойди левее, отойди правее, бля. Хуяк, раз его уебало, выжил. Второй раз уебало, уже не выжил, потому что стаки были. После того, как подняли, сразу срезало, нахуй. 25%, ты понимаешь, что такое? Ты можешь комнату поколоть, нахуй, на 25%? Вот ты представь, что сверху, где сундук, это 12 часов, снизу, где вход 6. Вот оно и хуярит. От 12 до 3, от 3 до 6, он тут первый раз, до 9. Он не понял нихуя вообще, что произошло, блядь. Он просто, когда первый раз, нахуй, люди не все понимают с первого раза. О, это тринь ко мне? А нет, хуй. Он просто, не, вот куда мы сейчас пойдем, он там считает ноль, нахуй, нихуя не знает. Хоть как-то ему разжевывай, он все равно сдохнет. Так, плечи, воин, охотник, шаман. Не знаю, какой опыт игры у него, но судя по тому, что он делает, блядь, пиздец. Рекаунт. 57. Так, трину ролим. Космополит. Космополит. Галганят! Гэтсэ. Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников мощью грома! Блять, мне бы... Мне плечи очень нахуй надо. У меня, блядь, 200-е, блядь, не упало, нахуй. Залупа. Четвертый кусок был бы, блядь. Да мы зимой хуйнём. Какой нахуй, блядь, Мимирон в Хейме, блядь, с людьми, которые тут первый раз. У меня, нахуй, борода седая, отрастёт, блядь, ебать, пока мы, нахуй, его убьем. Если кому-то какой-то шмот БОЕшный нужен, я могу его отдать. Он сейчас стоит весь хуйню, ебать, там, 2000, блядь, 3000. Если кто-то, блядь, нищий, нахуй, нуждается, я могу дать денег ему. Баньте моб, а, блядь, банить некому. Космополит, кинь на здорового корня на вот этого, блядь. Остальные сейчас выбегут сюда, отходи с ними вместе. Не подходите туда, не надо туда идти. Мобы сейчас выйдут сюда, мы их будем убивать тут. У нас космополит волчара. Сейчас космополит оденется, будет, я думаю, тоже, блядь, с нами в мейнстатике ходить. У нас скота вообще нахуй нет. Что-то он мало дает. Ну он одетый, ты видел его, блядь, у него посох просто 200-я помойка, блядь. У него крафтовых сапог нет, у него крафтового пояса нет, у него пояс какой-то ровно без крита. Двумя этим. Чем пятерку, я думаю, можно больше дать. Космополит, у тебя ОД есть? Космополит, прием. Сапоги сделай себе и пояс, потому что у тебя пояс этот с мастерством, это чистая хуйня. Он крита не дает, сокета в нем нету. Крафтовый пояс делаешь, он, во-первых, с критом, во-вторых, там, блядь, два лишних сокета. Если тебе мастерства не хватает, ну тыкнешь 1-2 камня, нихуя страшного. Кольцо иди слутай с ОСки. 50. Да нахуй оно ему надо, то кольцо, да параша, блядь. Так, где он еще? Так, правее, идем себе под стену. Правее. Да, корни, ну, а. Он корни дали, он нормально все видит. Женек, не сагри, женек. Женек, блядь. Да, ты не знаешь, что там босс стоит, блядь, или что? Сведите этих мобов, запиздите их. Да вы там под стенку идете, с чем? Ну, шею. Олени вот этому обязательно косты сбивайте.
И там хранитель жизни тоже. Опа, я кикнул два коста. Изи. Изи для попизи. Спокойствие, кикните. А что с Фрей падает? Какие куски? Фрей... Перчаточка. Вот перчаточку, блядь, надо нахуй рулить, блядь, получается. Мне перчатка как раз не нужна. Руль, голова есть уже, блядь, штаны есть, надо перчатку нахуй, блядь. Четвертый кусок будет, блядь. Я, видимо, второй раз за Одейду. Посох с меткостью силы заклинания. Ну, посох такое себе, а вот жезл охуенный, блядь. Жезл надо, блядь. Давай, корнишки вот это. Бьёшь? Да, жезл надо, блядь. Причем очень, блядь. Жезл просто имба, нахуй. Чей меткости дает и сокет. Ух, сука. Учитывая, что у меня 174-й вообще одетый, блядь. Мне кажется, это просто must-have, блядь, вещь для меня. Да, мне тоже хороший. На моего этого лок. У меня на локе тоже там лок по 220 элит и жезл 200. Нормально, блядь. Да, в этом прикол самый. Так, оленю, главное, косты сбивайте обязательно. Катикну. Не успею хранить. Так, космополит опять, звездочки, корешки, стоим тут. Они сейчас придут сами. Блять, иди сюда. Космополит, обязательно крафтовый шмот делай и там еще посмотреть, что там тебе надо. Срый ей посох дается. Пуля. Че, стопудово играть будет, да? Стопудово играть будет, пацан. Так он и так играет давно. А-а-а. Он просто к нам в рейды не попадал, я не знаю, там то он хуево одет, то еще что. Не, ну он сами в 25-ку ходил. Но вроде сейчас начал на РТ приходить. Двоих, говорят, они... можно не бить этих. Двоих этих можно не бить, вот этих надо разъебать. Ну поэтому я говорю, надо, чтобы парень оделся, а то он будет там под 220 одетым. Он уже и цифру какую-то будет давать. Ему пуху надо выбить нормальную. У него эта пуха апа дает просто говно, блядь. Ебай, лохи кас не сбили, я хуею, блядь. А ты не че, ебать? А я, блядь, огненный столб кастую, блядь. Ага. У меня он не в таргете, я не вижу, блядь. Лохи. Все понятно. Чисто, блядь, именно бомжи, блядь. Так. Проверяйте бафы. Фласочки там перепейте, блядь. Отпивайте ману. Делаем все как обычно. Банда вышла. Лавчик подкинул сокру. Так, смотрите. Таксиген, если шо, этот. Гим на ХП въебешь. Рекаун. Тью, обязательно, блядь, защиту от сил природы, потому что они тут ебашат сильно. И старайтесь мобов, которые выходят много. Которые цветочки маленькие, блядь. РДДшники, когда они видят, что они умирают, выходите с мелизоны, чтобы, блядь, не лутать лишний урон. Так, водяному рекаунт, какие косты? Водяному сбивает косты рекаунт, грозовому сбивает косты рога, ты там на подстраховке. Я ебать на чилина. Какой подстраховка? Рэндж, держите между собой, защиту от сил природы, воткни шаман. Опа, ебать их дохуя вылезу. Ну вот, сейчас надо этот, когда они взрываться будут. Так, о, Славчик, о. Давай сокру. Гим на ХП. Все, дерево далеко выросло. Хуя вы это схуярили. Блять, мне, сука, ГКД нахуй. Добивайте мобов.
Жить, жить, жить. Я говорю, не стойте в мелизоне, не лутайте лишний урон. Поставьте природу, парня. Природа. Шаман, поставь защиту от сил природы. Она тут ебашит все время. Да не только на трех она нужна, а все время нужна. Похуй на эту хосту. ДПС, вагон, блядь. Корни вот эти разбивайте обязательно. Взрыв это и есть природа, она все ебашила сильно. Мобы, когда взрываются, это они природой бьют, понял? Поэтому и больно бьет. Так, дерево залили, потом моба. Под гриб его веди сразу. Смотрите внимательно за дебафом, на ком дебаф вынес. На ДКшнике, отойдите с мелизоны оттуда. Там лучи, во-первых, а во-вторых, не лутайте лишний урон. Сейчас РДДшник его докидает, там 100к осталось. Все, не подходите туда, не лутайте лишнего урона. Корни разбейте. Вся строя будет. На пульте нормально? Да, напуливайте сразу резко. Оба сейчас, причем. Один дальше. Через веер, один через, блядь, или град, либо через трапы. Сейчас дерево будет разбито. Играем этих троих равномерно. Дерево залили резко. Дерево сейчас строя выйдут через. Троих играем равномерно, повторяю 10 раз. Если вы убьете одного, пройдет 12 секунд, не убьете второго, либо третьего, они резнут хп себе фул. Поэтому... Не теряйте наше время, блядь, сделайте все как надо по тактике. Мобы есть? Играем равномерно. У них хп хуйня, 200к, блядь. Просто кливайте их, стойте нахуй, все. Вышел случай? Или вышло? Проклёта больше дайте и все другие забивайте. Все, вообще изи нахуй. Все, сейчас то же самое, еще один такой же круг, блядь, и все. Нихуя тут сложного нету. Дерево залили? ДЦшка, ты отыгрывать, ибо даже, блядь, ДЦшка дерево, я вообще дерево нахуй. Бьет. ДЦшка залей, залей, Инер, ага. ДЦшка в прошлый раз с 13-м хпалом Алгауна, блядь, соло прохилила. Обжорство, да ты ж с нами друидом, да, ходила в 25-ку? Мне лог с ником Войд пишет, тебя зовут Слава. Вот, мы в 25-ку, блядь, вот на этом КД, на предыдущем. На предыдущем. Сокру, гимн на ХП. Зыбко, вышли с мелизоны, РДДшники. Вас на. Касает. Ну что не получается, шаман? Дерево залили резко. Я ж не просто так говорю, выйти из мелизоны, блядь. Вставай сколько? Сам. Захил, забафали шамана быстро и поднимите его по хп. Тотемы обновить, шаман. Обязательно. Ну а где ты сдох? Шаман, тотемы, тотемы, тотемы. От сил природы я не вижу тотема. Ага, вижу, он хуево стоит просто, понял. В мели не надо стоять, я же говорю, в мели, если вы стоите, это смерть, когда выходят эти мобы, блядь. Там танка нахуй хуячит. Бревно. Просто убегать надо, блядь. Так, поехали по мобику, поэтому. Так, хант выбежал. Хант выбежал. Так, ну тоже надо перейти, блядь. Шо, блядь? Да, блядь, петух мне какой-то пишет ПЛ. С ником Войд? Ага. Ну и шо? Да плагиатор какой-то нахуй. Ну это тот, кто меня знает по-любому. Так, сейчас будет самый дикий ебать при диких мобов. Дерево. Так, сейчас 3 моба, 5 секунд. Корни раз... А, я могу блинком выйти. Раз, два, три, появились мобы. Напулили сразу резко мобов. Раз. Что хочешь от тебя, Славик? Я не знаю, кто это. Че, гадать будешь? Нахуй он тебе всрался, блядь, хильс. Эхи. Закливали это дерьмо, быстрей. Дали больше по грозовому, по хвостоплету. Быстро, 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 время, блядь, тикает.
корни разбили. На позицию стал, Геру дали. Дерево разбили на речке, быстро. Хан, турист хила, держи на боссе по КД. Она хилиться будет. Стоп, кас. Блять, проебал. Бурис хила есть? Я не вижу, блять. Хули она хилится, как ебанутая, блять. По идее, должен стрелять. 5 секунд дерево. Перешли. Да, дерево разбили быстро. Ладно, добивайте босса, похуй на дерево, блять. Опа, перчатки плюс жезл, плюс посох, плюс пояс. Сука, это все на батю, ёб твою мать, блять. Так. Бля, батя здание, я нахуй люблю, блять. Так, посох надо кому-то? Забирай, давай, тебе понадобится. Не надо, заберем пока, блять. Так, это деду надо, блять. Так. Жезл, я так понимаю, таксигену тебе не надо, да? Да, ему не надо, себе забирай. Забрал. Так, перчаточка, блядь. Разбойник, рыцарь смерти, маг друид. Четвертый кусок, если шо, у бати, блядь, алё, блядь. Ну раз четвертый, забирай. Пацаны, я до 18:00. Ну мы, блядь, успеем всё, блядь. Зовут. Абжуза, ты вроде как у нас ДЦ, не? Не? А, подожди, кому там забрать? Джиню. А, держи, ответственность за добычу. Откинул. С меткостью жезл. Он же, блядь, как бы... Ну, он на ШП. Ну, блядь, это на офспек. Да пароль тебе, блядь, снимет. Да забей хуй, обжорство. Нахуй ты, ну, типа, забей хуй. Чё ты, блядь, жезл не выбьешь? С генерала 25 хм, нахуй. Блядь, ну, человек, если бы написал сразу, я шо, блядь, ну, кого-то хочу кинуть на лут или шо? Ну, никто не писал, что я буду троллить на ШП. Писал? Нет? Не писал. Ну, вообще об этом не говорил никто. Ну. Ну, вот это Ливать, я не знаю. Ну, я ему в ПМ писать не буду, как бы я не хочу общаться с такими людьми. Пишите сами. Да хуй знает, что это, блядь. Пиши, ну, интересный где? Тип, ебать. Где Хао? Позвони Хао, пусть заходит на ли территорию. Ох. И так закрой. Так, а что у нас остался? Мимик, да? Мимик, генерал, ёк. Типа, еще 2 хм осталось. 3. А на ком он сидит? Он не на ком, он, блядь, замутанный. Позвони ему в телеге. Он решил проблему с заходом на серп? Да, он решил, по идее. Да, странные люди. Ну ты либо сразу пиши, нахуй тогда... Не, ну не писал никто ничего, ну я что, наебать пытаюсь или что? Никто нигде не писал, бля. Я ему написал в ПМ. Ты писал, что ты будешь ролить на успех? Он не пишет. Он думает, что... Ты, типа, додумаешься, то, что он 230 ДЦ зайдет просто так. А. Ну, не знаю, просто ну, по логике. Об это он думает. Смекалка что-то не берет трубку. Нужно, чтобы взял. Можем Валеру взять, пусть похилит. Можно Валеру взять, чтобы похилит. Эх, вы все, что ли? Ну, у нас Крис обиделся, что ему не отдали жезл, блядь, на ШП, который, блядь, не писал, что он будет троллить на офспек, блядь. Это жнёт? Нет, какой-то, ну, не с нашей гильдии. Тем более, что у него в заметке написано только ДЦ.
Даже ну, слышь, ШП не написал. А причина, блядь, что ты думаешь, я 227 ДЦ сюда пошел, блядь? Ну так напиши, что ты будешь ролить на ШП, блядь, я не пойму. Я что, блядь? Ничего, ну, все да. Не, нам ливнул, нам хил нужен, блядь. Мы на мимироне, могу, типа. Могу зайти. Ну, ты не, ну у тебя зайдет уже на него? Ехаться, наверное. Ну, заходи, давай. Ну, бля, ну мне надо минут 10. Ну заходи, давай, короче, как раз этот... Сейчас я пойду, блядь, шмот поменяю, там перечарюсь этот и перекурим, блядь, 10 минут. Давайте, мне надо доиграть, нахуй. Давай, у нас там этот, Слава, ты сказал, у тебя еще полтора часа, правильно? Бля, молите, чтобы я не вылетел, нахуй, иначе да, я покину все, нахуй. Там да женек нет, 17 что? Собирается съебываться, вот в чем должно проблема. Все нормально. Что? Женек собирается в 17 съебываться, вот в чем проблема. Ну идем туда, ебать. А женек посидит. Фу. Не, ну просто, ну, блядь, чисто по-пидорски, блядь. Ну мы успеем, нахуй, ну типа, кого там, мимик, генерал, нахуй, ёк, нахуй. Так, а ну, стоять. Нам... Дайте по этот ремесло, ювелирное дело. Не, не то смотрю. Пойду комплект, курану, короче. Давай. Не, ну так это вам... чистое пидорское, блядь, отношение, нахуй. Я ж обиделся, блядь. Так, ладно, давай, сейчас отыграю быстренько. Давай. Так, красный, синий, желтый. Дух СПД, СПД Крит. Так, как они там называются, эти сокеты, блядь? Очищенный страхолит. Могу... Так, а ну, Егор, я тебе сейчас ПМ налинкую, чтобы, блядь, мне проще было. Бать, на даче сорвали полный ведро крыжовника. Раз... Два, три. А, давай, перетащи этого. Ой, Егор, перетащи Тью сюда. А что, он вылетел? Да, он вылет. А, бля, мне надо, короче, все донам повырубать там. Все донам включены, просто все нахуй. Раз. А у меня тоже, я на него зашел, я там охуел, ебать. Да-да-да, это ж... Ты можешь про тебя скинуть, я могу рассказать, как это делать. Так, сила заклинаний. А есть еще с каких-то боссов там пухи могут выпасть, блядь? Да, КМ. КМ этого, Мирона. Не, ну про него мы не разговариваем. Я сейчас нахерна. Тогда все. Тут нихуя. Там, если бы на нем подтвердил бы понт, ты понял, блядь, эту хуйню? Я подтвердил уже. Ты можешь, ну тогда купи две шмотки за УД на него, блядь. У него 200-е, нахуй, нормально будет одет. Ну их надо чарить, стагить, девать. Ну я сейчас этим тоже вопросом занимаюсь. Там 32-й... Блин, не знаю. Чё находили 32-й? А, вот это упало. Да говно, блядь, пуха ебаная, блядь. Да, там пуха ебаная упала на танка. И этот забрал. Рекаунт. Ну, давай, Линка, нет. Блять, у меня голды нахуй нет, ёбаный, надо перезаходить. Угу, хуя себе. Амана. Сука, я думал, у тебя рекламу тебе забрать. Вторую для ПВП. А, вторую для ПВП охуенно, блять. Так, телепорт. Да если бы у тебя даже паладин 200-й был, я бы затандил собрание ХМ, чем сложно, что ли. Я не боюсь, меня даже в рейд бы не взяли 200-м. Слышишь, волшебник, а что 4 куска нормально, блядь, дают, нахуй? На мага. Так. Получается, о, они крит метки сдают. О, это, блядь, это вообще прелестно, нахуй. И перчаточка, да. Тоже метки сдают. Ну хасту, блядь. Ну и хуй с ним. Ляп. Ляп. 216 мах. Здравствуйте, блядь. Блядь, алло, я 13-й еще. Так, сейчас еще, блядь. Еще один маневр, блядь, сделать. Будет вообще красота, нахуй, блядь.
Так, ну получается, пояс мне за ОД не надо, штаны не надо, а вот шею можно приобрести, блядь, получается. Она, в принципе, неплохая, блядь. Хасту дает дух, хуй с ним. Я такой же. Сейчас рекаунта приоденем. Опа, 217, блядь, алё, нахуй, блядь. Ты нахуй, что за хуйня? Там наворовал шмот, да. Да ну, блядь, я выбил жезл. 32-й. Плечи надо какие-то нахуй выбить. У меня плечи 200-е, блядь. Вот поменяю плечи и все, блядь. Именно будет, сука, машина для вбывства, нахуй. За 900 купи. Быстро. 13-й. Не хватает ОД, надо одного босса будет убить. Так мы сейчас троих еще убьем. Ну, значит, тут как убьем, я все сделаю. Блядь, ржавный, такой пиздатый. Так, а ну проверяем. Крыжовник. За меня на базе ездил на дачу. Без меня. 4 куска, блять, нахуй. Я еще могу кольцо Керентора купить, если плечи беру. Ебать, 200-й нахуй маг. 220-й, блять. У меня кольцо Керентора на локе не куплено. Зато на шитах куплено по ОПС. Лох ебаный, блять. На хотя 10 твинков, ебать. Кому? Кому? Мне? Тебе! Так а что, я, блядь, сейчас только варом играю. Варом играю, потому что у нас нету в рейде миликрита, блядь. Сейчас вот у нас появился какой-то еще один вар. Сейчас он космополита, если мы доодеваем, будет вообще, блядь, секс. Вот будешь рогаликом ходить тебе. Либо локом. Рога у нас есть, рога тога. Я буду либо магом, либо локом врываться, а что, блядь? У меня шмотки пиздить. Ну конечно, нахуй ты мне нужен, черт ебаный, блядь. Что, Петер, будешь крыжовник? Подскажите, как называется эта хуета, блядь? На штаны чарка, блядь. Нить там как-то, да, называется, блядь? Ага, нашел, блядь. Так, нить купили. Для наручи есть, мне надо для перчаток. А, блять, что не могу найти? А, есть он для перчаток. На перчатке сколько там? 28 СПД, да, чарится? Не важно. Посох. Мастер, ебать, охуеть. Как закончить, блядь, уже? Так, что такое кикал вообще? Такой и кикл за дон. Это... Без понятия. Ебать, чё. Чё там тебе вайпнулись на... Бля, как мне это нравится, когда соки даже стоят и чаришь шмотку, они говорят, вы не сможете вернуть торговцу. Так я знаю, что нахуй не смогу, там уже камни вставлены, блядь. У меня, правда, теперь меткость и перекап с этим посохом, причем сумасшедший, блядь. Блядь, можешь кто-нибудь, короче, там, что-то кому уже 5 испытать, куда сделать? Пока там дрочите, все. Вообще, чарка на голову интересная есть. Там чуть-чуть, там что, ноги и башка, да? Т4, Т8. Голова, грудь.
Че там, какие там еще спелы нужны были, прям жестко. Им на хп, блядь. Им на хп. Так, что у нас остается? Мы сейчас с мимикой ёбнем, генерал Йох, и потом надо будет еще вернуться Игниса забрать. Если он тебе нужен, то пойдем заберем. М? Если он нужен, то пойдем заберем. Да заберем, блядь. Так, мы на мимика пока собираемся. Сейчас. Да, так сначала при сумоне сил надо. Хорошо. Нужно прям немножко времени. Так. Да хватит мне суммонить, блядь. Ты мы тебя один раз суммону. Я, по идее, больше не кастую. 42% крита в рейде. Но это еще не все бафы, будет где-то 43-44. Ну хоть что-то, блядь. Хуёвый без крита, запы хуёвый без крита, блять. Бля, я сейчас тебе долг чески ношу. А чё они вообще трени? А, треники, которые я ему сказал. Давай принимай уже. Подожди. Плечи, кстати, блять, 13-й нормальный хаскрит дают. Пойдет такое дело. А, блядь. Камень снимать. Чё, хан, кто-то кидает? Блядь, я же отрубил ебаную скауда и скауду рекаунт. Почему они подключились, блядь? Шарофу, блядь. А, у меня, блядь, ничего не вырвалось, я понял. Что с хантом? Блядь, ебаный гладь. Так, сейчас я бегу. Я бегу, ребят. Нет. Блядь, перебежал к Аликам нахуй. Ты что, хант покинул нас? Что-то у дискорда нет. Кажется, заебали, но... Сколько, блядь, можно? Чё, мы тебе не суммони. Купил мне ту чарку, нет? На груда. И досоки. Как можешь он купить, если ты ему около камня ждем, пока ты примешь? Нет, там Егорчик не помогал. У меня ассиста нет, чтоб Егора пригласить. Не, он меня нашел, что-то здесь бегал. Да, это придется ему тебе бежать покупать. Да, купи мне метасоки, пожалуйста, чарку на грудь, потому что у меня, ну, я не знаю, в Агримар придется лететь. На тебе ассиста, блядь. Опа, сюда лут. Метасоки, да, и чарку на грудь. На 10 характеристика. И все, я, в принципе, готов, наверное.
Тебе тогда отдам бабу. Ой-ой-ой. Да у него проходки нет, 100%. Ну похуй, давай на 8, чё. Чё, блядь, же этот, бедный, что ли? Егор, да. Бля, тут ещё фреймы в эксперле просто, нахуй, охуенные. Перекинь себе профиля просто. А я не умею. Заходишь, ну типа... Ой, давай потом. Хау. А долго я... будем стоять? Он только дракона делает, блядь. Сейчас сделает только дракона, будем начинать. Ну шну его нахуй. Мы что, хрем делаем сейчас? Конечно. А бычку мы делаем. Хотите так, хрем? Нахуй только дракона. Я, давайте я уже. Я сделал бы дракона. Да давайте, хрем пивальцы. Женек уже не может выбежать, да. Все готовы, поехали. Да ладно тебе, Женек. Другая проблема тут. Половины челов не было. Так, МК даю на терьяке, давай, дамаж как царь, нахуй. Мне кажется, пора нужно уже траить, типа. Ой, да, собрали рандомное пати с пугами, пора траить, нахуй, блядь. Пора траить, да сзади пуг всего лишь. Ты ж мне говорил в 25-ке, помнишь, что не решит нихуя? Помнишь? Блядь, я так никогда не сомневался. Твои слова, блядь. Отошли шоковый, быстрей. Я так никогда не сомневался, это просто был пиздец. Ебать, а можно просто подпрохилить, пацаны? Да, блять, я вспоминаю, как у меня кнопки вообще. Что-то я хуй знаю, зачем туда встал, так далеко, блять. Я говорю, мы тут одним сектором так стоим, типа, блять, там на 45 градусов. Ну, возле входа слетели туристы. Всё, так, вроде как настроен. Ну, то не вход, если что, там где-то, откуда ты только что прибежал. Вход, а тут где-то оксиген стоит. Ну вот, отсюда мы здесь стояли. А, да? Продолжаем. Космополит, смотрю, оделся, да? Да, триню выбил, блядь, там нормально должен. Если мы еще шмот покрафтить, будет нормальный код. Если мы еще спрей вот эту бесполезную хуйню отдать, которая падает каждый. Ну да, ему ботинки нужны, поясочек. Ботинки, поясок, ему какую-то пуху надо обязательно, блядь. Да спрей хрен, блядь, она сяга никому. А вы убили её? Десятки? Да. Займись этим. 25-ки даже. О, нет, я им займись крафтом, типа, ну и... Будешь в майн ходить 25-ки. А я прыгаю туда-сюда. Да, блядь. Ой, так, готовимся, сейчас она будет скоро бежать уже. Это тебе всякие вот зубы, ПС-ку и вы. Спасибо. За спину. Все, сейчас потушим его нахуй, блядь. Женек не умер. Слушай, еба, я нахуй, блядь, на четвертом месте. Женька обсыкаю. Фу, блядь. О, блядь, набрали по объявлению. Все, фраер мах, ебать, сейчас сыт на всех, блядь, алё, блядь. АП обнови. Да, да, твинки это, блядь, сила, нахуй, алё, блядь. Так, а ковы кидаешь на них, ебать, дох? У кого? Не, ебать, на бомбы. Да нахуй не нужны, ебать. Просто я твинки, говорю... блядь, да и бей, все, они взорвутся об тебя. Мы яго плюс один будем делать? Да. Да, я уже Тариму запустил, если что. Бомба, бомба, бомба. Залили что? Бомбу РДД сразу. Не взрывается, блядь. А у тебя теряк есть, Афлиспек? А нахуй где этот Афлиспек? Ну, типа Афлики ебут на ней. Мичел пишет, у вас тоже бомба, вроде... Бомба, бомба. Что пишет? У вас тоже пиздец в ульге творится. Плане. А почему бомба не взрывается от меня? Но она не всегда взрывается. В плане пиздец. Все, мобов добили. А! Хао, знаешь, у нас Левиафан 20 лям, 15 лямов было. Это был хэм-мод. Да. А должно быть.
А, ну, должно быть 60, там, 50. 58 где-то такое должно быть. Нормально. И его поди... так. Прикинь, понерфили, блядь. Да нет, ну, это глюк, нахуй, блядь. А если мы с зимой где одна тысяча, что... Всё, хорош, пиздёж, убили. Милики играют по низу. Я и Женёк играем по голове. Элем и Лок бейте центр. Так, я бошку хочу забрать. Можно это сделать? Ты просто теряки нам надо будет на лас-фазе просто стоять и высасывать его спиной. Ракеты вышли. Играйте так. В грудь больше, дайте в грудь. Все, в бошку стопайте. В грудь, все в грудь играйте. В груди. В груди бейте. Так, РДД по голове, бараш за спину. Играйте по голове больше. Низ, низ, низ больше. Теперь низ. Добивайте низ. И голову. Быстрее, быстрее, быстрее голову. Там два нюка нахуй, блядь. Все. Слабый, что ли, нахуй. Захилил, ёпт. Да, чисто царь. А ты че ставку ДП еще паладином? Ты же хотел с этим идти встретить. Ага. Угу. Ну все, а значит, все, пиздец. Так, пушка. Кстати, развалился бы? Ну. Пушка нужна кому-то? Ну, нет? Это залупа все. Так, таксиген на дис. Так, голова. Воин, охотник, шаман. Воин, охотник, шаман. Ну, я думаю, это никому нахуй не надо, да? Да, 26-й же есть. А, ну вот, на танка.